Всем привет, с вами Алекс и сайт 3mpc.by. В этом видео хотелось бы затестить на слабом ПК Том Кленси The Division. Суперский, по-моему, игровой онлайн-проект. И да, есть какие-то, может, слабые стороны, но как игровой опыт просто есть замечательные моменты, нововведения. Мне, допустим, как игра очень нравится. И, кстати, я сейчас тестирую совершенно бесплатно. Почему? Потому что Ubisoft бесплатный уикенд, так сказать, с 15 по 18 число. Ну, тут не только уикенд, еще и чуть больше. 4 дня, фактически, еще со вчерашнего дня. Tom Clancy's The Division можно совершенно бесплатно поиграть. Сегодня вот 16-е, у вас еще есть фактически 3 дня. 16, 17, 18. Ну ладно, 16-е сегодня будете качать, но еще 17-е, 18-е сможете поиграть неплохо так The Division. И, по крайней мере, решить для себя, хотите вы его приобрести или нет. Потому что сейчас скидок море идет всяких, и это, ну, просто офигеннейший опыт, по-моему. Но, опять же, я не то что рекламирую, а просто говорю, что... Смотрите, можете бесплатно потестить, а потом уже решать, возможно, и захотите купить. Но для того, чтобы вы более точно определились, я и запускаю на слабом ПК. Мы посмотрим, как игра вообще работает. Давайте по системкам. Так, что нам нужно для того, чтобы вообще запустить, по словам разработчиков, игру? Windows 7 64 бита и выше, понятно, Pro C5 24.2.0 или AMD FX 6100. 6 гигабайт оперативки и видеокарта уровня 560 или 7770 с 2 гигабайтами видеопамяти. Достаточно такие, я бы сказал, не скажу, что вообще низкие системки, но приемлемые, и это хорошо, это отлично, потому что... Больше игроков смогут быть вовлечены в этот крутейший проект. Итак, на каком же ПК я буду запускать? Я буду запускать AMD FX6 300, 6-ядерный прот, 3,5 частота. Но 2 ядра отключил, чтобы получить 4 ядра, то есть чтобы получить слабый прот. Посмотрим, запустится ли на 4 ядрах. Тут нужен 6-ядерный от AMD или 4-ядерный от Intel i5. Но если хотите, я могу и на 2-ядерном попробовать. Я думаю, попробую различные вариации, раз Tom Clancy сейчас The Division доступен. Попробую по максимуму вариации, различные на более слабой видеокарте. Ладно, пока давайте. Оперативки 4 гигабайта и файл подкачки я поставил на 8. Потому что никак на 4 современные игры не запускаются. Хотя The Division уже... Сколько он там? Год, наверное, это точно. Секунду. Нет, даже не год, а в марте. В марте еще вышел... То есть, сколько ему там? Ну, около года, не так уж и много. 10 месяцев, наверное. Вполне себе еще свежак, я бы сказал. Тем более онлайн крутейший. Хотя, опять же, конечно же, насладиться суперским проектом не получится, скорее всего, за это время, за этих 3 дня. Потому что там вся веселуха и движуха и интерес начинается после 30-го левела. Насколько я знаю. Ну, или вообще, в общем, попозже там. И, соответственно, не судите по игре сразу же по первым каким-то уровням. Попробуйте ознакомиться с ней побольше. Так, ладно, давайте. А, и видеокарта у меня какая? Видеокарта 550T, 1 гигабайт DDR5 памяти. Вполне, ну, 550T, здесь фактически 560, но они одинаковы. То есть давайте, что у меня получается? У меня сейчас FX400 получается проц. Да, проц не подходит по системкам, минималкам. Оперативки у меня только 4 гигабайта не подходит. А видеокарта подходит. 560, это же самое 550T. Но правда здесь нужно 2 гигабайта памяти, а у меня только 1. Посмотрим. Иногда из-за нехватки видеопамяти просто бывают просадки резкие. Но тут я... Посмотрим, как будет The Division. Это было в Бэтмене и в других играх, всякие синдикейты, где нужно обязательно 2 гигабайта видеопамяти. Так, ну что, вроде бы все. Кстати, я еще запущу на более слабом ПК и на 630-й видеокарте. Давайте, может, на 2 ядрах попробуем. Все в зависимости от того, какой я сейчас здесь получу FPS. Если достаточно высокий, то буду уже думать, на какой более слабой еще конфигурации запустить. Так, ну все, в общем-то указал все, что хотел. Не забывайте, что вы сейчас совершенно бесплатно можете поиграть. Скачать 17 гиг качается и устанавливается в 44. Вроде бы 17 скачал я, вроде бы да. Все, значит, давайте по-быстрому записываем. Нужно быстрее выкладывать видео, чтобы вы увидели, если кто не знает, что бесплатно можно поиграть в Tom Clancy's The Division. Все, давайте я отрубаю все, что есть, эффекты, всевозможно ускоряю. В общем, ПК перед запуском игры. Так, ну что, я все отрубил, единственное, чищу оперативку сейчас напоследок, вот еще 245 метров освободило. И запускаю на более слабом ПК, он не подходит по системкам, единственное, а, даже и видеокарта не подходит, гигабайт всего лишь видеопамяти. Поэтому неплохая системка такая, совершенно не подходит по всем параметрам, поэтому сейчас посмотрим, что да как. Так, что у меня там по оперативке,
Гигабайт, а что у меня жрет гигабайт? Странно, секунду, дайте-ка я сейчас посмотрю. Все, в общем, почистил оперативку еще сколько мог. Ну, вроде Uplay, все дела, запись видео, да, немножко поджирает оперативки, но ничего страшного. Хорошо, давайте, в общем, захожу в The Division и посмотрим, что да как. Пока первоначально Full HD и все на супер низкое, как всегда. Секундочку. Так, вот я в игре, загружаюсь, и мне сразу такая табличка: внимание, ваш компьютер не соответствует минимальным системным требованиям этой игры. Производительность игры может быть недостаточной. Но мы сейчас это проверим. Так, ну что, вот я в игре. Я, конечно же, очень-очень мало в нее играл. В основном знаю только какую-то информацию, но буду сейчас осваиваться. Жалко, что здесь... А нет, есть тест встроенный, секунду. Да, круто, есть встроенный тест производительности, поэтому сейчас по максимуму, так сказать, и в игре, и бенчмарком встроенным протестирую, какой же будет FPS. Так, ну что, начну с настроек, Full HD. Так, Full HD, дальше все отрубил, уменьшение. Так, это использование технологии DirectX, нет, не нужно, конечно же. Так, графика, все супер низкое, все отрубил, все, что только можно. А, вот, кстати, вертикалку принудительно отрубал, она что-то опять сбилась. На авто стало, нет, низкое, отрубил, избыточное. Так, стоп, я здесь вроде все, нет, сбились настройки, странно, вот только что, секунду сделал, сбились. Так, ну что, получается, все сбросило, опять что-то, то почему-то, да, подтверждаю, на F перезагружал игру, ну ничего страшного, сейчас еще раз перезагружу, потому что все-таки, когда даже здесь качество графики ставлю на низко, кое-что все равно остается включено, и частицы средние стоят, а масштабирование, кстати, игра сразу советует на 85% ставить, но я... Дополнительно все сбросил на низкое, а масштабирование пока сотня, пока как и должно быть, Full HD. Так, здесь нельзя, как видите, низко врубить, то есть все просмотрел, все, что можно, здесь тоже нельзя отрубить. Все, что можно, просмотрел, вроде бы все отрубил. Жму F, сейчас оно будет применять, окей, на пробел. Так, все осталось, 100% все осталось. Все, давайте перезагружаю игру, захожу сначала встроенный бенчмарк. И, наверное, сразу вам результаты покажу, потому что при записи, конечно же, FPS будет пониже, потому что процесс нагружается. Поэтому в бенчмарке вам результат только покажу. А в игре уже будем вместе смотреть, какой же там FPS и как себя игра ведет на этих настройках. Так, перезагрузился, вот, наконец-то, оперативка подупала, и программка это почистила. Вот, все, 600 мегабайт на Windows 7, сейчас точно будет отлично. Все, оперативка бы чем не забита. Запускаю сейчас тесты, покажу вам результаты. Так, ну что, тест прошел встроенный, что мне? Средняя производительность 23 FPS. Типичная производительность 23,4, средняя нагрузка на ЦП, да, 57%, средняя на видеокарту 96%, да. Что я заметил в этом графическом тесте, ну просто в этом бенчмарке, так сказать, то, что... Видеокарта, да, была загружена полностью, видеопамяти жрала только 770 мегабайт, проц был загружен на 70-80%. Ну да, так оно примерно где-то и есть. 3,3 оперативки жрала и там 5 вместе с подкачкой. В общем, давайте захожу пока в игру, посмотрим, насколько удобно. Ну, в средний 23 FPS. Немного, конечно же, для шутера, в котором нужно стрелять. Ну, давайте посмотрим в игре. Секундочку. Ну что, я в игре, так, что у меня, давайте сразу немножко пробегу, ну самое-самое начало, конечно же, я еще потом чуть подальше пробегу, давайте смотреть по FPS-у, кстати, у меня еще есть, не ругайтесь, как бы не думайте, что все, блин, Division требовательно, нет, очень, кстати, неплохо, но у меня еще есть запас, это снижение разрешения, и даже, честно говоря, на 20-ке FPS я бы не сказал, что настолько уже неудобно, да, видно, что низковато. Но еще я смогу снижать разрешение и масштабирование еще есть. Очень круто, очень круто. Давайте немножко побегаю, что по мониторингу. Так, 94-97% видеокарта загружена. Так, видеопамяти жрет, как видите, всего лишь до 800 мегабайт. То есть до гигабайта видеопамяти жрет. Поэтому... Агент, мне сообщили, что сюда... То есть, соответственно, вам вполне гигабайта хватит здесь. Но это в начале, не спорю. Да, возможно, там где-то поиграть, локации какие-то будут. Гигабайты чуть больше будет жрать. Да, но я думаю, вполне гигабайта здесь неплохо. Не будет из-за нехватки памяти резких просадок. Так, проц загружен у меня сейчас на 70-80-90%. Это с записи видео. Сейчас, секунду. А, вот, кстати, здесь 25 вообще FPS показывает. Ну, понятно, там, где более открытые территории, там такие вот дела...
Про FPS чуть пониже. Давайте вернусь куда-нибудь сейчас на более обширные территории. Оперативки жрет 2,9, 2,936 под 3 гигабайта с подкачкой 5,5. То есть, да, если у вас оперативки только 4, то ставьте обязательно файл подкачки минимум 2 гигабайта, чтобы у вас было 6, получается, видите? Потому что мне под 5,5 жрет. Так, хорошо, хорошо, давайте что еще? Давайте сейчас без записи видео, секунду. Нет, запись видео мне здесь ничего не жрет, потому что основная производительность требования упирается в видеокарту, а проц здесь даже немножко хватает. То есть 4-ядерного проца здесь вполне огонь на низких, но видеокарта 550T на низких неплохо так прогружена. Так, ну, в общем-то, такие вот дела. Наверное, давайте буду сразу же снижать настроечки. Не, разрешение. Давайте в 1280 на 720 сразу здесь то же самое побегаю и посмотрим. Посмотрим, что да как. Ну, пока вот здесь даже под 30 FPS. В общем, от 17, пока я видел, до 27, наверное, что-то такое. Ну, здесь такая обширная территория. Неплохо. Да, вот здесь это 20-ка, чуть ниже 20-ки. Неплохо. Даже на Full HD, на такой слабой системе. Я, кстати, если сейчас будет реальный большой прирост при снижении разрешения и снижении масштабирования, то я попытаюсь игру запустить на двух ядрах, два оперативки и 630-й карте. То есть посмотрим, ну, по минимуму, что можно, на чем можно запустить игру и получить какой-то FPS. Так, давайте, хорошо, сейчас по-быстрому снижаю разрешение, перезагружаю игру. Так, ну что, прошел бенчмарк встроенный. 1280 на 720, 4 ядра, 4 оперативки, 550-я видеокарта Ti на 1 гигабайт. Очень круто, снизил разрешение, уже получил средний FPS в 38. Да, в игре это вообще было 40, там под 50, очень круто сейчас в бенчмарке. 38 средний, прикиньте, просто обалдеть. То есть всего лишь снизил очень нетребовательный Division, конечно, снизил разрешение, получил просто супер уже FPS под 40, средний. Нагрузка на ЦП возросла, кстати, 70%, и видеокарта 95%. На ЦП, потому что FPS повысился, количество вычислений в секунду повысилось, поэтому проц поднагрузился. Так, хорошо, давайте тогда захожу в игру, но еще у меня есть еще один параметр, это масштабирование, с помощью которого поэтому 100% буду игру запускать на 2 ядра, 2 оперативки и 630-й карте. Посмотрите, я думаю, и там можно будет получить хороший FPS, лишь бы только запустилось на двух ядрах. Хорошо, давайте, захожу в игру, немножко побегаю. Так, ну что я в игре? Да, единственный такой, как бы, я минус нашел, сразу же долгие загрузки. Блин, долгие, но это онлайн-проект, пока синхронизация всякие с серверами, все дела, можно понять. Так, хорошо, давайте сейчас побегаю, побегаю, значит, 94-95 на видеокарту нагрузка, все равно, ну, 80, ну, уже не на 100%, а нет, ну, фактически под 100. Еще будут локации, где еще больше будут нагрузки, я уверен. Блин, этот мост такой офигенный. Так, 760 видеопамяти жрет всего лишь гигабайта, то есть по горло на низких хватает. То есть, ну, не по горло, хватает гигабайта. Так, проц, как видите, 100% загружен полностью. FPS сейчас, FPS выше 30, 33, 34, 38, 37, круто. Выше 30 сейчас была просадочка небольшая. Подгрузилась, видимо, дальняя вот эта часть улицы. Проц на 100%, то есть, соответственно, запись видео немножко будет поджирать FPS. Дайте секунду, посмотрю. Да, где-то пятерку FPS еще поджирает сейчас запись видео, потому что FPS повысился, прот стал порезче работать, и еще запись же видео 15-20% жрет, поэтому такие вот дела. Но, кстати, вы тоже не думайте, что есть возможность, есть какие-то программы, которые не жрут. Там ресурсы видеокарты или процессора, такого не бывает. Поэтому я вам просто говорю, сколько сожрало, вы прибавьте, да и все. Зачем тут... Воу-воу-воу, тихо! Блин, убил меня? А, не, еще жив. При смерти? А, вот сейчас убили. Блин, первый раз стрелял, можно сказать, здесь. Так, возрождение, секунду. Так, в итоге 1280 на 720. Давайте, я знаете, что сейчас? Понятно. А, ну еще оперативки 3.6 под 5. Ну, под 6 гиг на низких жрет, поэтому про файл подкачки не забывайте. Давайте, раз высокий FPS, давайте я немножко хоть текстуры поставлю, потому что на высоких игра, конечно, отлично выглядит. Несмотря на то, что, конечно же, опять же, был даунгрейд графики, Ubisoft опять же, как бы, немножко поступили нечестно. Но в то же время сейчас вроде бы они уже решили отойти от этой схемы. Watch Dogs 2, как на роликах был, так вышел, с таким же графеном и вышел. Давайте я сейчас текстуры немножко поставлю повыше, хочу посмотреть, ну, хоть чуть-чуть, чтобы графику.
Хотя, наверное, знаете все-таки, что сделаю. Ну, это понятно, тут 40 FPS, это тут особо текстуры нечего повышать. Тут нужен хороший FPS для стрельбы, для всех этих дел. Поэтому, если что, да, вы чуть-чуть текстурок немножко добавите и все. Давайте я посмотрю максимальный FPS, какой можно получить. Сейчас хочется посмотреть масштабирование, что даст. Масштабирование, кстати, изначально разрабы советовали... А, вот видите, какой тут есть масштабирование. 85, 75, 50. Давайте на 50 масштабирование сейчас затестим, сколько будет FPS. Секунду. А, кстати, еще и разрешение есть чуть поменьше. 1024 на 768, это еще плюс сколько-то FPS. Отлично, отлично просто. Для слабых ПК тут замечательно. Так, ну что, снизил масштабирование до 50%, так сказать, ну вообще уже в край. И FPS у меня здесь 70 показывал, но упирается в проц очень-очень, потому что получается высокий FPS. И проц начинает работать, но запись же видео пожирает 15-20%, поэтому запись видео мешает немножко FPS, но показывает здесь 70 FPS, под 80. Ну что в итоге? Что в итоге? Ну и стрельба, все отлично, конечно, все замечательно. Давайте не буду затягивать, в общем-то, видео, давайте отмечу вам результаты, выводы на вот такой вот системе, потому что сейчас хочу запустить на более слабом и реально посмотреть, чтобы уже точно знали, на каких, может ли на двух ядрах запуститься. Потому что как онлайн-проект, The Division просто замечательный. На самом деле, это реально крутой игровой опыт. И это и все, и PvP, и PvE впоследствии, когда прокачаетесь, очень круто. И вообще, это одна из самых успешных игр Ubisoft, которую она издавала. Просто там огромная популярность и, ну, заслуженно, как я считаю. Хотя, честно говоря, сам много не играл, и поэтому на 100% не могу говорить. Но в том, что с ней стоит ознакомиться, это обязательно. По крайней мере, сейчас на бесплатных этих 3 дня. Поэтому давайте, нужно быстрее видео выпустить, чтобы еще кто не знает, по-быстрому ее начали уже качать. Так, давайте все, заканчиваю. И перехожу к более слабому ПК, и потом еще на среднем запущу. Так, видеокарты достаточно, 550-ки с, с 1 гигабайтом видеопамяти, на низких вполне достаточно. Так, дальше... Проца 4-ядерного тоже достаточно, вполне себе. И оперативки нужно, если у вас, допустим, 4, желательно 6 игре нужно оперативки. Поэтому если у вас 4, 2, 4 или даже 6, все равно поставьте файл подкачки. В общем, что у вас в сумме с оперативкой подкачка была не меньше 6. Желательно 8-10, чтобы было, это на низких. А вообще, если хотите не мучиться там раздумьями, всегда ставьте 8 или 10 тысяч файл подкачки, мегабайт, и все, с вас хватит. Поэтому можете так уже точно тут не подрассчитывать. Все, просто замечательно. На этом ПК, 4 ядра, 4 оперативки, 550-я карта. То есть FPS можно даже 70-80. Может, не обязательно 50% масштабирования ставить, если у вас послабее видеокарта. А можно поставить, ну, 75, как советует игра. Плюс на этой системе даже можно немножко текстурок поставить, если на HD разрешение. На Full HD, конечно же, нет. 27 FPS, 17-27 на Full HD. Тоже вполне возможно играть, но капельку масштабирования убрать, и будет под 30-ку. На Full HD тоже на этой системе можно играть. Все, давайте, значит, не забывайте смотреть на ссылки в описании. Так, сейчас я еще буду на суперслабом ПК запускать, и потом на среднем обязательно запущу. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, вступайте в группу ВК, там различную информацию. То есть по каналу, там по рубрикам, по новым и так далее и тому подобное. Там выкладываю, там обсуждаем и так далее и тому подобное. Не забывайте, что если хотите какие-то лицензии, допустим, чтобы я протестировал, можете давать аки на тест, и я все это протестирую, сделаю запуски на слабом ПК. Так, ну на этом пока все. Не забывайте, что The Division доступен сейчас бесплатно. Все, на этом все. С вами был Алекс и сайт 3mpc.b. Спасибо за просмотр.